получается-то? Минус два. Да убитый его уже, господи. Я хожу тут поверху. А он, кстати, походу тоже это сделает. Нам ботов. Что-то все русское оделось. Я там смотрела. Внутри осторожности есть люди. А мне... О! Бил, сука! Он где-то тут рядом. Тот же самый, поди. Если это 63 уровень, то это тот же самый чел. Да, это тот же самый чел. Сейчас второй только он уровень. Значит, мне не показалось, в прошлой катке я подумал, что они тиммейты, но они не были тиммейтами, те чуваки. В тех же самых кустах, рейд за рейдом, 62-й чел. К общагам прибираешь. Поверху? Я уже вообще. Ни одного. Он опять тут, а? Живой? Да. Go away, fucking rats! Leave this game! Блять, три раза я в этих кустах убиваю его, господи. Он что, реально опять все кусты? Да! Он опять сел в те кусты. Дебил, что ли? Я понять не могу. Его вообще жить, что-то ему вообще учат. Сейчас еще люди спрашивают, а может он шел, просто крался и, ну, решил послушать. Ну, да, в этих подряд. Кустах. Третий раз, блин. Вы недооцениваете тарковских профессионалов. Снова по 90, снова чел, снова в тех же кустах. Причем я тут только что пробегал, полутал все. Он не пошел меня рашить, не шуметь. Он просто сел в кустике и ждал. Не, у меня только один вопрос, а нахрена? То есть, ну серьезно, че он, ему квест на ЧВК надо или че он делает? Зачем? Блин, был бы квест на ЧВК, надо искать ЧВК, наверное, по квесту. Не, обычно у людей, когда квест на ЧВК... Нереально вот так, таким вот образом тут сидят и все. Ну не знаю, 62 уровень. Ну это... Вот так вот он и взял 62 уровень. Где мои боты? Алло. Алло, кто это? Где мои боты? Не звоните сюда больше. Вон боты твои. Только мне эти придурки стреляют. Дороги вернись к этому. Общаги. Неужели там нету ботов ни одного? Что есть безумие, повторение одних действий в надежде на иной результат. У типа явно проблемы. Типа явно проблемы? Да, с головой у типа проблемы.